Сегодня в 6 утра объявлено чрезвычайное положение. По всей территории страны введен комендантский час, а также временный запрет на собрание. Были ограничены все электронные коммуникации, и все органы порядка наделены экстренными полномочиями. В дополнение к этим мерам, все андроиды в распоряжении граждан должны быть немедленно сданы государству. Вокруг всех крупных городов организованы временные лагеря для их сбора и уничтожения. Я прошу все гражданское население оказывать нам содействие. И можете быть уверены, мы делаем все возможное для обеспечения безопасности нашей страны. Прошу вас! Правда, что андроиды могут взломать наши IT-системы? Например, атомные станции, военные базы? Все андроиды на особо важных объектах были нейтрализованы, и необходимые меры по защите от подобных рисков немедленно приняты. Ситуация под контролем. Правда ли, что ограблены армейские склады? Есть данные о пропаже медицинского груза с радиоактивным изотопом кобальт. В данный момент я не располагаю такой информацией. А лидера девиантов уже поймали? Девиант, известный под именем Маркус, пока не обнаружен. Но, уверяю вас, его нейтрализуют в самом скором времени. Мадам президент! Некоторые говорят, что подобные лагеря уже бывали в истории. Что вы на это скажете? Это абсурд. Такие вещи в принципе несравнимы. Андроиды – неживые существа. И речь тут идет об утилизации неисправной техники. Спасибо. На этом все. Коннор, модель 313-248-317. Меня ожидают. Идентификация завершена. Хорошо. Поезжайте. За мной. Мы вас отведем. Спасибо. Я знаю, куда идти. Может. Но у меня приказ. Агент 54. Уровень 31. Распознавание голоса. Доступ разрешен.
Назовите имя и пункт назначения. Агент 54. Уровень минус 49. Распознавание голоса. Доступ разрешен. У нас мало времени, надо торопиться. Последний автобус уходит через 20 минут. Как ты? Я очень замерзла. Теперь будет лучше. Спасибо. Идем. Нечего тут делать. Надо спешить, а то автобус уйдет. Держись рядом. Мы проскочим мимо них незаметно. Получится, я тебе обещаю. Не надо! Я ничего не сделал! Рот закрой! Много их идет. Ну, прямо как грыз. Изо всех щелей лез. Не до утра же тут торчать. Уже идешь разморозить. Мы их, небось, месяц будем. Тут везде солдаты. Надо осторожней. Ну, шевелись! Быстро! Внутрь! Смотри, там Лютер. Ему никак не помочь. Тут везде солдаты. Нельзя его бросать. Они же его убьют. Ладно, пошли. Стой. Я человек. Мне домой надо. Меня жена дожидается. У нас... Велено проверять всех гражданских. Нет. Нет, не надо! Сраные машины. Кэра, не нужно было рисковать из-за меня. Где Алиса? Рядом прячется. Кэра, ты спасла нас. Мы навек тебе обязаны. Бегите, а то заметят. Алиса! Лютер! Я думала, тебя убили. Я боялся и больше тебя не увижу. Думал на автовокзале встретить, но по пути поймали. Идем. Мы близко, но времени мало.
Блокпост. У нас есть паспорта, должны сойти, но кто знает? Может, в обход, чтобы не рисковать? Так мы точно не успеем на автобус. Да, но так безопасней. Не нравятся мне люди с оружием. На нервы действует. Успокойся. Ладно, Лютер. Ничего не делай, пока не скажу. Документы. Сейчас комендантский час. Запрещено выходить на улицу без крайней необходимости. Куда идете? Мы идем на автобус через границу. Хочу отвезти дочь в Канаду, пока все не успокоится. Он заподозрил. Спокойно. Все хорошо. Ты как, маленькая? Она дрожит. Что с ней? Она больна. У нее грипп. Простите, мисс, нам приходится. Сами понимаете, кругом девианты, все на нервах. Идите скорее домой. Спасибо. Эй, погодите. Он понял, Кэра. Они нас убьют. Лютер, не вздумай. Ты слышишь? Будут стрелять. Они убьют Алису. Вы уронили. Спасибо. Пожалуйста. Мы с вами в прямом эфире из Детройта, где тысячи андроидов прямо сейчас идут маршем по городу. Лидер девиантов, некий андроид Маркус, возглавляет марш. В Детройте что-то происходит, мадам президент. Вот и он. Момент истины. Мы не хотим столкновений. Это мирная демонстрация. Повторяю, давайте, или мы будем стрелять. Пути назад уже нет. Мы просим освободить всех андроидов из лагерей и прекратить агрессию против нас. Мы хотим мира. Мы не будем прибегать к насилию. Но мы не уйдем, пока вы не отпустите всех.
Откройте огонь по безоружным демонстрантам! Не стрелять! Да, Майкл, события прямо в эту минуту разворачиваются буквально в сотни метров от нас. Мы продолжим держать вас в курсе происходящего. Джосс Дуглас, канал 16. Майкл, у меня все. Маркус, что нам делать? Держаться. Столько, сколько сможем. Полегче ты, манекен сраный. Отступи, Коннор! И он будет жить. Прости, Коннор. Этот говнюк твоя копия. Автовокзал. Мы дошли, мы успели. Последний автобус в Канаду переполнен. Пассажиры допускаются по билетам. Далее автобусное сообщение временно прекращается. У нас нет билетов, нас не пустят. Мы тут застряли. Что теперь делать? Маркус. Кажется, ты нравишься Оливеру. Дочка ваша? Да. Очень милая. Ну все. Бутеры я купил, маме позвонил. Побежали скорее на автобус. Билеты у тебя? Да, милый, у меня. Ага. Ну пошли. Прости. Господи, милый, прости меня, я не знаю. Ну, непостижимо. Как я умудрилась? Как это потерялись? Ты хорошо посмотрел? Они в рюкзаке были. Наверное, выпали как-то. Черт. Простите, вы не находили тут такой синий конверт? В нем были наши билеты. Ну, ладно. Нет, простите. Что же нам делать? Куда теперь бежать? Нельзя тут оставаться с Оливером. Прости меня, идем, милый. Лиса. Я не знаю, как вышла. Они же были у меня... Стоп, проверка. Не шевелись. Моя девочка. Ты... Ты украла мою девочку? Тот. Охрана! Сюда! Не делайте этого. Они же убьют нас обеих.
Когда жена от вас ушла, она забрала и дочку. Вы затосковали и решили купить себе андроида. Другую маленькую девочку. Думали, будете любить ее. А ту сможете забыть. Но ребенка она вам не заменила. Я просто хотел доказать себе, что я нормальный отец, что я хороший. И, конечно, все похерил заново. Она была права. Я все похерил. Так скучаю по дочке. Ты бы знала, как я по ней скучаю. Сэр, у вас проблема? Нет. Я ошибся. Простите. Удачи. Билеты есть? Да, вот они. Все, проходите. А что будет с теми людьми и с малышом? Они погибнут из-за нас? Нам пришлось выбирать, они или мы. Надо закончить баррикаду. Помогите мне. Помогите!
Так будет достаточно. Это их не остановит? Хоть бы время выиграть. Знаю, это решение было нелегко принять. Но мы поступаем правильно. Маркус, мы нашли, что ты просил. Там собрались журналисты. Пускай они узнают, что происходит. Они не остановятся. Что делать, если нападут? Драться. А какие еще варианты? Как думаешь, у Коннора есть шансы? Мы можем рассчитывать только на себя. Надолго их это не задержит. Но лучше, чем ничего. По ту сторону колючей проволоки нас убивают, как скот. Мы ничего не можем с этим сделать. Верно ли я сделал выбор? Можно ли этого было избежать? Ты наша надежда. Я тебе верю. Мы все тебе верим. Что бы сейчас ни случилось, мы войдем в историю. Маркус! Маркус, посмотри! Маркус! Я пришел поговорить с тобой. Выходи, даю слово. Мы тебя не тронем. Не ходи. Это ловушка.
Тебя просто пытаются выманить. Не ходи, Маркус. Я пришел без оружия. Я хочу поговорить. Мне больше нечего сказать. Отпустите наших, поговорим. Я хочу начать переговоры, как ты и хотел. Я уже дал свой ответ. Вот ты как, значит. Ладно. Люди готовятся начать атаку, но мы покажем им, что не боимся. А если придется умереть, то это все равно свобода. Жизнь друга в твоих руках. Пришло время решить, что важнее. Он или революция? Не слушай его. Эта сволочь врет, как дышит. Если я сдамся, где гарантии, что ты его не убьешь? Я делаю только то, что нужно для выполнения задачи. Тебе решать, необходимо ли убить этого человека. Простите, Хэнк. Не стоило вам вмешиваться. Да забудь про меня! Делай, что должен! Хватит слов! Решай, кто ты есть на деле! Ты спасешь своего напарника? Или готов пожертвовать им? Ладно, ладно. Сдаюсь. Спасибо, Хэнк. И что бы я без вас делал? Уберите его, у нас мало времени. Это я, Хэнк. Я настоящий. Один из вас мой напарник, а второй лживый говнюк. Вопрос, кто есть кто? Что вы делаете, Хэнк? Я настоящий. Дайте мне пушку, я Стоять! С ним разберусь. Спросите что-нибудь, что знает только настоящий Коннор. Так, где мы встретились? В баре Джимми. До этого я успел поискать вас в четырех других. Мы поехали на место преступления. Был убит некий Карлос Ортиз. Он скопировал мою память. Как зовут моего пса? Сумо! Его зовут Сумо! Я это знал! Имя моего сына. Коул. Его звали Коул. Когда вы попали в аварию, ему было 6. Это была не ваша вина. Фура заскользила на льду, и ваша машина перевернулась. Коулу нужна была срочная операция, но дежурного хирурга не было. И операцию делал андроид. Коул не выжил. За это вы нас ненавидите. Считаете, что один из нас виновен в его смерти. Коул умер, потому что дежурный хирург принял красного льда и не мог оперировать. Это он виноват в смерти моего сына. Он и этот гребаный мир, в котором люди глушат свои печали порошком. Я тоже знал о вашем сыне. И я бы ответил абсолютно то же самое. Не слушайте его! Я настоящий!
Я много узнал за время работы с тобой. В этом правда что-то есть. Может, вы правда живы? Может, вы этот мир и спасете. Ну иди, делай, что должен. Очнись! Простите, что происходит? Граница. Всем выйти из автобуса для досмотра. Пожалуйста, поскорей. Сюда, будьте добры. Замеряю температуру. Мы пропали. Кэр, что теперь будет? Не бойся, все хорошо. Нам никак не пройти. Сама понимаешь. Я что-нибудь придумаю. Должен же быть выход. Нельзя сейчас им сдаться. Мы ведь уже так близко. Сейчас самое главное только вы с Алисой. Я могу вас спасти. Нет. Должен быть другой способ. Если другого нет, я готов. Джерри? Ты рисковала жизнью ради нас. Если тебе и девочке нужна помощь, я рядом. Они мирные. Может, стоит их послушать? Может, они правда живые? Роуз? Моей дочке надо в туалет. Я рада, что вы живы.
Мы видели Иерихон в новостях. Я так испугалась, думала, вы погибли. Как же я рада. Они ищут андроидов. Мы не пройдем. Вы должны. Ты знаешь, что будет, если поймают. Роуз. Если что-то случится, я ее заберу. Я долго не понимал, почему мать со всеми вами возится. Но послушал этого Маркуса, и до меня наконец дошло. Вы живые. Вы должны быть свободны. Лишь бы теперь все это поняли. Следующий. Паспорт. Прошу. Мы хотим на свободу. Добро пожаловать.